Война. Такое, казалось бы, маленькое слово несет в себе столько боли, страданий, жестокости, мужества, стойкости и храбрости. Испытывали страдания и горе не только взрослые, но и маленькие дети. Дети войны – это люди, которым приходилось ходить в обносках, не доедать, не досыпать. Эти люди ценят жизнь. Они никогда не забудут свое прошлое, свое детство. Вот родилась я в деревне Воскресенко Яшкинского района 14 января 1936 году, 12 часов дня на русской печке. Ну и там мы жили, бабушка, дедушка, и папа, и мама. Папа работал у меня в деревне Мохово, 4 километра от Воскресенки, этим председателем сельпо. И началась война. Ну, война, когда началась, конечно, народ провожали каждый день людей. Я помню, он меня взял на руки, и на телеге, на коне, на конях же ездили. В Яшкино надо было везти 40 километров. Ну и все так проводили. Письма он, пока был в учебке, то он писал маме письма. А потом он в Ленинград его. В Ленинград он уехал, или в Санкт-Петербург, либо туда, на фронт. И писем не было. Жили мы в Воскресенке. Мы голода не видели. У нас огороды были по 70 соток. По 50-70 соток огороды были. Садили картошку. Ну, давали там на трудодни какие-то граммы хлеба. В общем, мама два ведра картошки сотрет и чашечку маленькую муки. Вот тебе и хлеб. Но все равно, картошка была, есть было, скотину держали. Мы голода не видели. А так мама работала, она большинство была в отъезде. Мы ее месяцами не видели, когда бураны были, потому что они ездили, в тайге жили, чистили эти линии. Тогда же ведь не было таких приспособлений, а руками все чистили, потому что бураны, надо же внести оружие и все поездам. Вот. Но я... Когда мы переехали в Мохову, да, это училась в Кулаковой, это 9 километров. Ну, и в школу придем. Осенью нас заставляли копать картошку в колхозе. Надо было на двоих накопать 50 ведер. И убирали и капусту, и морковку. Но, правда, и даже посадили лес. Вот я говорю, я выполнила... 25 сосен стоят на Гудской горе, эти сосны. И брат мне говорил, он мог, это живет Яшкино, мог в даче, говорил, что сосны сохраняются. Война кончилась, это я хорошо помню, я шла в школу. Гудки на заводе, на заводе, это рабочим, 6 часов, 7 часов, нет, 7-8, это на работу идти. Ну и думаю, что такое, наверное, поломались. И паровоз гудит, и гудки эти заводские гудят. И паровоз не дошел до моста, начал гудеть. Захожу в школу, я говорю, что-то гудки такие гудят. Ну, а сели на урок, а потом прибегает техничка и говорит, война кончилась. Ну и нас всех распустили. А когда пошла я домой, было две бригады у нас, первая и вторая. И возле первой бригады там тоже народ собрался, пляшут и поют, и плачут, ой. А мы жили возле второй бригады, она прям рядом с нами была тоже. Бабушка мне прям криком кричит. Два сына и обои погибли. Ну и это. Вот это я помню, как война кончилась.